Всем привет! Меня зовут Юлия Бадина, и сегодня мы хотим поговорить о прическах. Если вы не любите заплетаться, тратить на это много времени и носите обычно хвостики, но обычные хвостики вам надоели? Сегодня мы покажем, как сделать необычные прически на основе хвостика, на которые не нужно тратить много времени. А для этого нам понадобятся расчески и резинки. Ну что, приступим? Так быстро и легко можно сделать интересную прическу. Пробуйте и вы. Всем удачи. Пока-пока.